ковер дам, а сам возьму. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Как-то там, может быть, идем мы за вином? Всем привет! Я Людмила, Эстония, город Таллин. И вот у нас сегодня прогулка. Гуляем. Где ваш этот скафандр? Не взяли мы АТВ. Дороги, как, наверное, размыло. У нас вот тут снег. Опять для того есть, лужи. Размытые дороги. Ну, надо когда-то и ногами ходить, не только ездить на АТВ, да на машинах. Ты куда? Гусь один потерялся. Гусь потерялся. Их вот так много. Он один потерялся. Вон Мими пишет, говорит, нас бы их уже, говорит, перестреляли бы, говорит, съели бы. Ну, там, из Нижнего Новгорода. Конечно, ты что? Ну, а помнишь, когда Коля, царство небесное, говорил, да, когда Бустан, брат, когда, ну, был жив и был у нас в гостях, приехал, и Мустамяя увидел этих уток, гуляющих у пруда там. Вообще он был просто в шоке, говорит, такого у нас быть не может, говорит, уже давно съели бы, говорит. Ну, в общем, опять пошел сильнее снег. Приехали на дачу, делать совершенно ничего невозможно. Хотели вроде сначала в доме начать убирать, но еще воду не подключали. И что-то какое-то сегодня такое... Обыся. В общем, кто догадается, куда мы идем? Мы же, наверное, не просто гуляем. Ой, гусей, да. Да куда ты не поворачиваешь-то? Ну, не пойдут ближе. А тут мы сидели. Вон я пойду. Тут мы буксовали. Где сын нас... когда? Воскресенье, да, вытаскивал? В субботу мы на АТВ ездили, а в воскресенье мы поехали на машине. Да. А в понедельник мы на моей машине ездили. А сейчас мы идем ногами. Ой, поле. Гуси. Что-то мне в этом жарко уже, как пешони-то. Плюс один. В общем, так, сейчас переключу камеру. О, видите, сколько гусей? Вот это все гуси. Представляете, как их много? А почему они здесь кружат над этим самым? Что здесь еды так много? Или они дальше полетят? Они, наверное, в шоке, что снег... О, косяками. В общем, покажу вам, мы называем пятиэтажка. Это вот на соседней улице мужчина был строитель. Ой, машина сзади идет. Короче, настроил вот домов здесь многим. А потом, ну, потом слишком изрядно выпивал, а потом построил себе вот такой большой дом. И вот, да, и умер. И вот его жена живет, видимо, в одной комнате, а остальные... Теперь вот это ведь сооружение, ведь его и не продать, а чтобы... Земля-то, конечно, тоже дорогая, а для того, чтобы его снести, его жена даже какой-то, ну как это, бульдозер или кто, трактор какой-то, чтобы его ломать. В общем, это надо, это очень затратно, это надо очень-очень много денег. Но раз эта женщина здесь живет, наверное, может и жить больше негде. Она еле ходит. А? Еле ходит. Ну да, она уже не молодая, она же старше нас, я думаю. Вот, в общем, вот так вот. Лучше построить, как говорится, маленький домик и... Ну, было, чтобы была возможность его как бы это самосодержать. А вот такой вот, как я... Ну, мы просто шутку говорим, пятиэтажку построил, и все на этом. Ноги отказали у него. И конец, в общем. И конец. Ну, сейчас вот как-то тепло, ну, правда, 1 градус. Видите, там тоже рядные дома. И вот так вот мы идем. В общем, с утра взяла что... Муж переобулся, а я-то нет, что-то не стала резиновые сапоги одевать. Вот этот дом, кстати, построен тоже из гаража. Здесь был гараж, очень был большой участок. Потом, ну, эта женщина умерла, у нее 2 сына.
она разделила эти участки еще, ну, как бы при жизни. И вот один, значит, продали участок. И здесь построили. Здесь был, вот, был просто старый какой-то гараж. А построили, смотрите, какой современный дом. А там, наверное, так этот сын и живет. Может быть, так и строит. Тоже был бизнес свой у этого парня. Потом стал, как говорится, закладывать излишний заворотник. Ну, все понятно. Все мы, конечно, что-то, как говорится, пьем. Что-то это самое. А здесь вот только газон. Видите? Только газон на этой территории. Ну, в общем, а я с утра что? Я с утра, ну, я стараюсь освободить же свою этот самый свою морозилку и наварила заливного, наварила рыбного супа, ну, в общей, так сказать, миске, в общей кастрюле варила бульон, а потом разделила его. В общем, это самое. Наварила, у нас были щучьи головы замороженные, хвосты разные, плавники. Из этого сварила бульон, процедила. Потом добавила туда эту, как его называют-то? Ахвен, как его? Окунь, о, красного окуня добавила. Филе без костей. Слушай, опять он идет в какой-то этот... Ваня, ты опять в какой-то... Сейчас застрянем с тобой. В общем... Супа наелись, заливное застывает. Ой, сейчас надо было мне все-таки резиновые сапоги, наверное, переодеть. А так идти-то вроде как и жарко, хочется даже, хочется расстегнуться. Собачка, это здесь вот дом, который сгорел. Помните, когда был большой пожар, я еще этот телефон тогда уронила. Вот, видите, какой новый дом строят. Помню тогда тоже это... Я сейчас вспомнила про комментарии на Ютубе, что бывают, мне там, ну, пишут, и люди говорят, что, ну, что есть завистливые и, ну, типа порчу, да, это самое, наводят. И вот этот дом, когда горел, то здесь тоже люди очень злорадствовали. Дед с внуками, он дед вытащил внука, все, в общем, дочка была на работе. Ну, я, конечно, точно подробности это не знаю, но сам тот факт вот прошел, сколько получается, наверное, ну, года нет, наверное. И вот он начал отстраивать, а люди тогда, да, люди некоторые злорадствовали. Но есть такие, которые сами не особо чего хотят делать, злости у них хватает. Так, ну вот, так, что-то здесь какой-то ров сделан. Ну что, вы догадались, куда мы идем-то? О, ничего себе, здесь какая-то самая, а зачем здесь так сделали? Так, сейчас я сюда спущусь. Не пойму, здесь какая-то свалка, что ли, была. Когда делать нечего. Нет, дел-то, конечно, полно. Но, о, какие-то горшки. О, смотрите. Горшок. Ночная ваза. Канистры. Ой, слушайте, ну ужас какой. Здесь что, свалка здесь была? Или было закуплено? Ничего себе. Я даже это самое, даже не знала, что здесь такое творится. О, мой муж уже в кустах. Пойдем мы за грибами. Смотрит, иду я или нет. Ой, мой помощник, мой охранник, мой любимый человек. Я иду. Что? Сейчас иду, подожди. Да подожди ты, мне же надо теперь залезть сюда как-то. Ой! Земля-то это самая мокрая, скользкая. А здесь барвинок, что ли? Ну-ка, сейчас я переключу. Точно, здесь барвинок. Кто-то выкинул сюда барвинок, а он разросся. Много его тут. Так, ну вышли. Вышли в поле с конем. Видите? Ой! Вот тут вот я ездила на АТВ. Ну, пошли в лес за грибами. Кстати, у нас в этом году столько грибов еще осталось. Отварных, замороженных, в банках, маринованных. Дети не хотят. Ёперный театр. В этом году вообще... Мало посажу помидор, мало огурцов, все достали
банку помидор, собственно, соку. Такие вкусные помидоры. И им дали, и себе. Но у меня 3-литровая, по-моему, 2-литровая банка. И вот теперь не знаю, надо это... Надо, наверное, хотя бы попросить у них, чтобы они взяли. Потому что сок-то мы сразу выпьем. А помидоры мы так с ней съедим, а потом они это самое испортятся. В общем, ну, сделаю этого тещиного языка, потому что я суп из него варю. Ну, салатом тоже, конечно, едим, но это... В общем, так много закруток не надо. Слушайте, что-то даже жарко стало. Ой, что-то мой муж в кустах. Ну, догадались, зачем мы сюда пришли? Зачем мы пришли сюда? Ну. Ты как этот, как лось там. Замерз? Ставите, висит сосулька соковая. Замерз сок? Да, замерзла все полностью. Сейчас лезь сюда. Смотри, красиво. Зеленая ветка. Себе. Зеленая ветка. Сока полбанки накапало. Замерз. Да. И здесь замерз. И здесь замерз. И там замерз. Вот это, наверное, я поближе. Представляешь? Вот это да, сок замерз. Слушай, так здесь тогда большая температура, но минус большой был. Ну, получается, да? Да. Да. Ну так, что теперь надо оставить его, наверное? Ну, я скоро перелью. А как это перельешь, что оно же там замерзшее? Оно же замерзшее. Так он же не до дна. Да? Да. Ну, в общем, мы уже вот 4 дня или сколько пьем сок. Пьем сок березовый. Конечно, особого вкуса-то он не имеет, но... Ой! Но... Ой, котики такие красивые. Ну, очень полезный, говорят. Муж вчера то, что у нас оставалось, закипятил. Закипятил и добавил апельсина немножко и коры. Это сама корки апельсиновые. В общем, это сахару не добавляли. Было вкусно. Ну, а здесь что? Тоже замерз, точно так же. Точно так же замерз? Да. Ну, вот. Кустики уже вон зеленеют, листики. Ой, я же хотела это самое березовых или вишневых, не знаю, что-то к Пасхе-то хотела же поставить и забыла уже. Ой, так дашь мне попить, и что-то я это пить хочу. Так, обратно ставим. Вот это потечет. Вот. Ну, теперь только когда плюс будет, тогда потечет. Да-да-да-да. Ой, дай мне этот глотнуть. Из вашего кубка. Мороженый, смотри. Льдышка. А что-то мало я еще хочу. Ну что, добыли полбутылки? Что? Добыли полбутылки. Растает, потечет. Так, ну вышли мы опять на это самое уже на дорогу, решили пройтись по кругу, ну и немножечко заснять вам. Вот мы опять около этого дома, который был сгоревший, вот там барбекюшница у них, туалет. Сейчас при любой стройке должны быть туалеты. Если строительство ведется, должен быть туалет. О, собаки. Ой-ой-ой. Страх какой. Пять, их вон еще. Вот, пошли быстрее. А? Пошли быстрее. Ну, еще он дурак. Так еще выскочит. Еще из дома вышел пятый. Еще стой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну в общем, это самое. Это... Ой, какой домик хорошенький. А вот это вот, как это, старая дача. А вот это, ну, дачный район. Кто-то теперь строит дома и живет в этих домах круглый год. Потому что провели и воду...
и канализацию провели нам буквально вот пару лет назад. Ой, смотри, а там вся крыша в этих солнечных батареях. А, ну это новый дом, который строится, там же несколько домов строится. Вот, так что это самое. Вот у кого-то был, видите, вот такой вот маленький домик, а сейчас вон там какой-то деревянный, что ли, построили. Может быть, даже живут, может быть, не живут, не знаю. Тут вот домик. Ну, я думаю, что здесь живут. Круглый год, я имею в виду, живут круглый год. А здесь у нас поле, поле. Может быть, тоже продадут. Слушайте, вроде как и солнышко выходит. Но вот этот снег, он, конечно, красивый, но зачем он нужен уже, этот снег? Ой, эти сам, кто они, мать-мачехи? Ой, да, закрылись уже все. Солнце нет. Ну, слушай, в этой куртке мне жарко даже. Ну, сейчас плюс один, наверное. Ну, тут ваза какая-то. Цветочки тут. Лютики. Лютики, цветочки. У меня в садочке. А в этом доме, да, твой этот знакомый? Вот в этом последний, да. Да. Предпоследний. Жил. Потом они, что, они платить не могли или что-то, да? Да. И лизинг забрал обратно. Да, лизинг забрали. Банк и перепродали. Ну, здесь озеро. И один год, конечно, так разлилось это озеро, что все участки были затоплены. И в этих крайних, на крайних участках щука плавала. Сейчас опасно летать на самолете, гусь залетит двигатель. Да, 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 опасно. Ну, помнишь, когда мы были в Нижнем Новгороде, там их разгоняли чем-то, этих. Да, да, да. Ну, это было давно, конечно. Вон синенькие, сколько там, я не знаю, какие-то перелески, или как они называются. У нас тоже, у нас везде все усеяно. Нет, жарко. Солнце и снег. Да не говори, солнце и снег. О, самолет летит. Его не видно. А, вон, нет, видно, вон. Летит, да. Так врежется в стаи гусей. Здесь гусей, да, здесь гусей много. Ой, желтенький вот этот самый тоже форзиция. Это, этот, о, как ее? Сирень, наверное, или жасмин. Так что вот так вот. Прогулка у нас, неожиданная прогулка. Вот как мы вам тут экскурсию, экскурсию, говорю, покажем. Построить, да, не прямо озеро. Прямо озеро, вот тебе бы. Только тебя и так считаю, считаю озеро. А здесь же была дача какая-то. Вообще даже забора ничего нету. А, лопата осталась, точно. А, ну так, наверное, тогда да, все. Кусок забора, наверное, что-то строить, ну, строить будет кто-то. Да, вообще все снесли и все. Ну, когда маленький домик, это самое, это же не, ну, как сказать, не так дорого. А если вот как там, я говорила, пятиэтажку-то сносить, так это... Ого-го. А, там Запорожец, ага. Техники тут много, да. А тут стоял же, помнишь, Запорожец на этом месте? Какой-то выкрашенный под корову. Так и тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. У кого-то получше, у кого-то похуже. Многие люди, конечно, покупают дома и хотят жить, ну, продают квартиры, например, хотят жить круглый год. А когда приходит первая зима, то оказывается, что никакого утепления-то нету в доме. И это очень-очень-очень холодно. А потом деваться некуда. Вот один мужчина рассказывал, ну, они уже давно купили здесь. Но они купили новый дом построенный. А потом этот хозяин фирмы что-то застрелился, по-моему.
как это, ну, долгов набрал там что-то чего-то. В общем, и не с кого было спросить. И, в общем, этот мужчина, кто купил этот новый дом, новый, то говорит, столько денег вложил, чтобы потом это самое его утеплить. Говорит, а у меня, говорит, и дети, и жена, говорит, и я смотрю ему в глаза. И, говорит, как будто я, это, говорит, была моя инициатива, как будто я привез их, ну, как, грубо говоря, умирать, потому что очень-очень-очень холодно. Ну, ничего, достроили. Как-то там что-то сделали. Живут. Вот дровишки. Этот забор тоже предписывали сносить. Забор, он, видите, как он наклонился, забор. Но, видимо, было проще заплатить штраф, чем... О, он просто упадет, этот забор. Заплатить штраф, чем снести. А здесь тоже все заброшено, уже, наверное, старые хозяева, никто не ухаживает за домом. Ну, земля кому-то принадлежит, в общем, все, вот забор, в общем, он сам, видимо, рухнет, и сносить его никто не будет. Ну, вот это, да, дачки, вот, ну, вот такая вот дачка была у нас. Вот, точно. А, только у нас не было этого входа, у нас с другой стороны был вход. Такая же у нас была дачка. Потом мы достроили, перестроили, но мы на базе старого дома строили. Так вот. Такая вот сегодня экскурсия, непредвиденная прогулка у нас получилась. Тоже владельцы поменялись, хозяин умер. Ну, в общем, вот такие вот дела. В общем, сделали наконец-то нам дорогу, потому что дорога была никакая. Да, дорога буквально в прошлом году. В прошлом же году, да, дорогу сделали? Да. В прошлом году дорогу-то сделали. Ну, была вообще яма одни были. Позапрошлым. Ай, так быстро время идет, не знаю, что это самое. 24. Так, вот тоже что-то достраивают, какую-то верандочку. Ну вот мы и пришли. Вот мы и пришли. Вот видите, стоит. Опять озеро стоит.